Здравствуйте, меня зовут Татьяна Бондаренко. Мы продолжаем нашу рубрику «Улыбка тела». Что такое улыбка тела? Это такое ваше замечательное энергичное состояние, когда ваша улыбка на лице является продолжением, плавно распространяется по всему вашему телу, вы целостны, у вас все получается, все хорошо. Но мы столкнулись с тем, что наши телезрительницы описывают как сопротивление тела. При попытке улыбнуться ниже области рта они испытывают давлеющую боль на спину, сжатие в груди, зияющую пустоту в теле. Что это значит? Это значит, что энергия не проходит по каким-то участкам. На это наверняка есть причины. Мы рекомендуем одно – продолжайте улыбаться, посылайте энергию любви в свое тело, выполняя с нами наши упражнения. Сапоги-скороходы. В современном ритме большого города оно может звучать иначе. Носки-скороходы, туфли-скороходы, кроссовки, чулки и так далее. Оно помогает решить проблему опозданий, дефицита времени. И основная задача ваша, как волшебника своей жизни, совместить пространство и время и быть в нужном месте в нужное время. Помогут нам в этом материальные аналоги. Носки будут отвечать за пространство и песочные часы за время. Соединяем пространство и время. Что же происходит на самом деле? На самом деле вы переобучаете свое сознание и подсознание на своевременность. Вы своевременно прибываете в нужное место, вы своевременно решаете задачи, вы своевременно получаете нужный результат, делаете своевременно отчет и так далее, и так далее. Ваша жизнь бесспорно улучшается, и помогают вам в этом замечательные волшебные носки-скороходы. Приучить свое сознание к своевременности бывает очень просто. Знайте, что вы смогли это сделать однажды, и с этого момента сможете повторить всегда. Сегодня в нашем городе будет меньше опозданий, будет больше своевременных людей, будет больше спокойствия и удовольствия.